предложение только сегодняшнего дня. Брюки, которые нам идеально подойдут для летнего периода. Авангардная клетка – самый модный принт этого сезона. И бренд Freya дарит вам уникальную возможность приобрести стильные и удобные брюки с таким принтом. Брюки, которые сделают вас стройной, молодой и модной. И это брюки Сеймура от бренда Freya Collection. Сегодня нам их представит главный стилист телеканала Shopping Show Микола Комендров. Идеальные брюки у нас с вами из авангардной клетки от любимого, не менее авангардного бренда Freya Collection. Действительно делают вас стройными, потому что правильная подборка, высокой посадки, эластичные резинки на кулиске и, конечно же, принта и нежнейшего материала дают возможность так же, как на нашей модели, быть 54-м, а надевать на себя 52-й. Шелковистая фактура 100%, вискоза в технике наката напоминает шелк, который будет не чувствоваться на вашем теле. Но если шелк оставляет пятна и достаточно капризный материал, то вискоза даже при стирке ведет себя идеально. А вот такая авангардная клетка с эффектным имитацией плетенки, конечно, скроет все недостатки, но вас будет видно за километр, потому что все будут понимать, идет модная. Стильная женщина, это все про вас. Брюки Сеймура, вот что нам нужно для лета, чтобы покорять. Вот этот цвет называется коричневый. Мне нравится, что у нас две модификации. То есть точно понравится не одна, так другая точно модификация, да, приглянется. Можно выбрать себе светло-коричневый. Да, Людмила 52 размера по бедру, то есть нижний тип фигуры, выбрала Ольчик, свой родной сюда, размер и добавила к нему кардиган. Ольга как раз 54 выбрала 52 размер в пудровом цвете. То есть это доказательство того, что вы смело можете брать свой размер, а значит, дистанционно это очень безопасно. Оля выбирает для себя вот такой красивый у нас с вами оттенок оливы. То есть у нас с вами три цвета в корзиночном принт такого плетения на черном фоне, только меняется оттенок одной из полосы. Либо это у нас с вами пудровый, либо это коричневый, либо на нашем как раз-таки Оленьке представлен вот такой оливковый. Mm-hmm. Какого бы вы роста не обладали, какой бы формы фигуры вы не обладали, данные брюки вас действительно сделают уникальными. Mm-hmm. Так, это вот на мне оливочка. Кстати, 23 мая вот такие брюки за 6 минут были проданы в количестве 500 штук. Вы представляете? Это триумфальный успех, который сегодня мы повторяем и даже перевыполняем его, потому что цена снижена невероятно. Аж 66% экономии. Раньше эти брюки стоили 3000 рублей. Сегодня только на один день цена 999. Размер от 46 до 60. Слушай, Микол, ткань не тянется. Как выбрать размер? Несмотря на то, что материал не тянется, Оля как раз-таки подтверждает, что можно взять свой собственный размер. В размер, потому что вместо 54, напомню, она выбрала 52. То есть это не подсказка, что нужно брать на размер меньше. Возьмите свой собственный, он будет с припуском, он будет идеален, если вы поправились. И помните, что когда мы садимся, то брюки натягиваются, потому что бедра увеличиваются при посадке на плоскую поверхность. Все-таки будет удобно размер в размер. Но ее примером вы понимаете, что это настолько безопасно для именно вас, и это дистанционная покупка для дебютирующих, тех, кто впервые делает и наконец-то осмелился, вы будете понимать, да, я уверена, мой заказ придет в том, что я выбрала, и он мне действительно подойдет. Слушай, какая интересная клетка. Знаешь, вот когда говорят «клетка», да, принт, клетка, у меня сразу представление строгая клетка, это только офисный стиль, это какой-то жакет, да, это шерстяные брюки, ткани. Да, шерстяные ткани. Но здесь у нас такая игривая клетка. Куда мы ее наденем, а? В первую очередь ее можно сочетать также с клетчатыми фактурами, то есть у вас может быть блуза, похожая имитация рисунка, либо как вам демонстрируют крупные подиумы. На контраст как раз-таки ставите только брюки, и более светлые монохромы вы ставите наверх. Можно их комбинировать. У нас, кстати, даже вот селебрити Виктория Бекхэм часто выбирает для себя клетчатые брюки. Дженнифер Лопес, хотя обладательница большой пятой точки, которую еще и зарегистрировала. Застраховала, да. Все равно надевает на себя клетчатые фактуры. Также Кристен Стюарт выбирает еще и делает подтяжки, то есть такой немножко английский стиль. И самый, наверное, такой среднестатистический образ вы видите на Памело, да? Клетчатые брюки и однотонный верх, как, в принципе, выбрала Оля. Джемпер Джерри от бренда Палеси, 100% пана, оставшийся в трех цветах, потому что вчера их было 6. И, конечно же, брюки в пудровом цвете, 52 размере, которые тоже были еще в трех цветах, но уже три цвета ко второму эфиру закончились. Слушай, и наши телезрители тоже будут настоящими звездочками. Помнишь, на день рождения телеканала наши телезрители, когда приезжали, и вот две телезрительницы рассказывали, мы живем в маленьком
маленьком городе, у нас только один магазин на всех, и все как одинаковые, как инкубаторы ходят. Но когда я открыла для себя ваш телеканал, я стала единственной в нашем городе. На меня всегда обращают внимание, всегда подходят и спрашивают: слушай, в нашем магазине такого не продается, ты где эту красоту купила? Все это эксклюзивная работа, вы будете яркой, стильной, особенной женщиной этим летом. 999 рублей, успеете заказать. Слушай, вот знаешь, вот я сейчас смотрю на себя, да, и понимаю, что вроде бы ткань не тянется, и брюки на меня очень редко садятся, ты мой свидетель, да. Ты знаешь. Но эти брюки смотрятся на мне классно, и даже незаметно полненькая коленочка, согласен? Да, причем, обратите внимание, мы подкатали брюки Оли не по причине того, что они по росту ей длинноваты, они всего лишь 99 сантиметров. Просто сделали чуть выше для того, чтобы подлиннее смотрелась как раз-таки зона щиколотки. А так будет элегантно. Поэтому для вас подсказка: если у вас рост в среднем от 1,50 до 1,60, вы можете даже эти брюки еще и сделать в два оборота. Если у вас рост больше 70, вы выбираете прям четкую длину. Она все равно ложится прям ровно по щиколотку. При этом данные брюки действительно смотрятся идеально. Mm-hmm. Можно миксовать с такими же клетками, противоположным рисунком, полоской, горохом, цветочным принтом, например, в блузах. Но при этом вот такое красивое корзиночное плетение, оно работает на стройность. Потому что любое пестрое, вот такой достаточно немножко психоделический рисунок, он всегда отвлекает внимание от каких-либо нюансов. Пышная фигура, рельефная, достаточно выраженный целлюлит. Скройте этими брюками, никто никогда не заметит. А вы будете чувствовать себя более уверенной. Уверенной в себе вы сегодня приобретаете за 999 рублей. Это чудесное ощущение, особенно летом это необходимо. Более тонкие материалы мы для себя выбираем. И мы должны выйти на улицу и понимать, что мы идеальные, стройные, привлекательные. Все смотрят на нас и восхищаются нами. Они ищут какие-то нюансы. Смотрите, какая шелковистая ткань. За счет того, что вискоза проходила нить накат, то есть шлифование, она более шелковистая. При этом у нас с вами и принт хорошо пропечатан. Давайте посмотрим с изнаночной стороны. Он менее демонстрируется, то есть говорит о правильном соблюдении по ГОСТу окрашивания. Поэтому данное изделие после стирки сохранится в своих цветах. Стираем мы, кстати, вискозу не больше 30 градусов. Такой гладенький, нежный материал для лета идеальный. Я представляю, что если я даже сяду в транспорте, встану, теперь мокренько там не будет. 999 рублей за максимальный летний комфорт, звоните.